Всем привет! И снова у нас обзор интересной модели VM1300 или WM1300 Mini. Значит, ее длина составляет 40 сантиметров, на 5 сантиметров поменьше, чем предыдущий аналог. Интерфейс у нее все сбоку. Это слот для microSD карточки USB 2.0 AUX. Ход для зарядки microUSB. Управление находится сбоку. Большая кнопка — это пауза. У нее 4 динамика. 2 низкочастотных, 2 высокочастотных. Звук у нее шикарный. Стоит прийти на салон и просто проверить. Звук правда обалденный, колонка аж подпрыгивает. От одной зарядки она работает от 5 до 5,5 часов. Мы тестировали на салоне. Качество воспроизведения отличное. Bluetooth у нее также присутствует. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментариях. Как сможем, ответим. Приходите на наши салоны, тестируйте. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго. Поменять свой имидж сразу вас Red Market приглашает. Телефону как алмазу, здесь огранку подбирают. К нам в Red Market заходите, сумку новую купите. Покупателю видна сразу красная цена. Все, что нужно к телефонам, даже к новеньким смартфонам, без труда найдете здесь. Ведь в Red Market все есть. Red Market – огромный выбор аксессуаров, кожгалантерея и платков. Все для телефонов, смартфонов и планшетов. Аксессуары для хорошего настроения.